Я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране. Значит, и это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов. Ну, например, такой достаточно острый, куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России». Значит, ну, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Поэтому, вот, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, то есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, не хочу называть их бандой, но это результат их работы.